Новый премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Париж и Берлин, где обсудил с лидерами Франции и Германии вопросы европейской безопасности и военной поддержки Украины. По словам Туска, государства Евросоюза должны увеличивать оборонный потенциал, чтобы оставаться гарантами безопасности в Европе. Лидеры отреагировали и на слова бывшего президента США Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы помогать странам, которые недостаточно тратят на оборону, и даже поощрил бы российскую агрессию. Европа должна стать континентом безопасным, а это означает, что Уния Европейская, Франция, Польша должны стать państwami silnymi i gotowymi do obrony własnych granic, własnego terytorium i do obrony i wsparcia naszych sojuszników i przyjaciół spoza Unii Europejskiej. W Berlinie Donald Tusk nazwał słowa Trumpa chłodnym duszem dla Europy. Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши охарактеризовал заявление экс-президента США как безответственные и опасные. Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt. Alle für einen, einer für alle. Und lassen Sie mich aus aktuellem Anlass klar sagen, jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин в 2024 году выделил на нужды обороны не менее 2% ВВП страны и намерен придерживаться этого показателя.